4 сентября 1942 года председатель Йоденрата гетто польского города Лодз Хаим Рунковский произнес перед евреями гетто пламенную речь, в которой потребовал от них собрать и выдать для вывоза на уничтожение в Освенцим всех детей до 10 лет. 13 тысяч детей. И они это сделали. Они это сделали сами, потому что для немцев было важно, чтобы евреи сделали это сами. Гитлеровцы понимали, что уничтожив людей морально, гораздо легче будет уничтожить их и физически. Ничто не сломало бы людей сильнее. И матери, как обычно, накормили своих деток завтраком, одели их в пальтишки и шапочки, и потом за руку повели их на площадь, где уже стояли грузовики. Потом долго махали им руками, пока грузовики не скрылись за поворотом. Почему? Чем мотивировал этот уважаемый среди евреев старец, чтобы они совершили такую жертву? Прочтем те слова, которые убедили евреев сделать этот ужасный выбор. Хаим Рунковский сказал следующее. «По нашему гетто нанесен тяжелый удар. Немцы просят отдать самое дорогое, что у нас есть, наших детей и стариков. Я не удостоился иметь собственных детей, и поэтому я посвятил детям лучшие годы своей жизни. Я жил и дышал среди детей. Я никогда не думал, что буду вынужден собственноручно возложить на алтарь такую жертву. И вот теперь, убеленный сединами, я протягиваю к вам руки и прошу, братья и сестры, отдайте их мне. Отцы и матери, отдайте мне ваших детей». То, что из госпиталя забрали больных, стало для меня полной неожиданностью. В доказательство этому скажу, что среди них были близкие и дорогие мне люди. И даже для них я не мог ничего сделать. Я думал, что после этого они оставят нас с миром, к которому я так стремился, и который является целью моей работы. Но оказалось, что нам уготовано что-то еще. Такова судьба евреев. Все больше и больше страданий, особенно в военное время. Вчера вечером я получил приказ выслать из гетто больше 20 тысяч евреев, и если мы не сделаем это сами, то это сделают они. Поэтому возникает вопрос, выполним ли мы это сами или предоставим решать другим. Но я и мои коллеги поставили вопрос по-другому. Не сколько людей погибнет, а сколько можно спасти. И поэтому мы решили, что как ни трудно нам будет это сделать, все же мы должны взять исполнение этого приказа в собственные руки. Я должен выполнить эту кровавую операцию, удалить конечность, чтобы оставить живым тело. Я должен забрать детей, потому что если я этого не сделаю, то, упаси Бог, могут пострадать и другие. Я не пытаюсь вас успокоить или утешить. Я понимаю всю вашу боль и гнев. Как преступник, я пришел к вам, чтобы забрать то, чем вы дорожите больше всего на свете. Только вчера я запросил список детей 9 лет. Я хотел спасти хотя бы одну возрастную группу 9-10 лет. Но они не пошли на эту уступку. Мне удалось лишь одно – спасти 10-летних и старше. Пусть это станет утешением нашей глубокой скорби. В гетто есть больные, которым осталось жить считанные дни, может быть, недели. Возможно, это покажется вам чудовищным, но я прошу вас, отдайте мне также и больных.
чтобы спасти здоровых. Я знаю, как дороги больные любой семье, особенно еврейской. Тем не менее, в свете жестокой действительности мы должны задаться вопросом, кто может быть спасен и кто будет спасен. Здравый смысл говорит нам, что спасены должны быть те, у кого есть шанс выжить, а не те, кто все равно не выживет. Ведь мы живем в гетто. Матери, я понимаю вас и вижу ваши слезы. Я понимаю и чувствую все это. Я совершенно разбит с того момента, как вчера в 4 часа узнал об этом приказе. Я разделяю вашу боль. Я страдаю из-за ваших мучений, и я не знаю, как переживу это, где найду силы перенести все это. И открою вам секрет. Они требуют 24 тысячи жертв, 3 тысячи в день в течение 8 дней. Мне удалось снизить эту цифру до 20 тысяч, но только при условии, что это будут дети до 10 лет. Дети от 10 лет и выше в безопасности. Так как дети и старики вместе составляют не больше 13 тысяч человек, то разницу придется дополнить больными. Они пообещали мне, если мы доставим наши жертвы сами, то будет мир. Это была речь уважаемого старика-еврея. Правильно ли он поступил? И правильно ли поступили родители? Мы не можем судить, потому что мы там не были. Но одно мы должны знать, что если мы верим в Господа, если мы понимаем, что за всем тем, что в нашей жизни происходит, стоит Господь, то мы должны избирать тот путь, который не противоречит его воле. Несколько тысяч лет назад произошла подобная история, когда египетский царь фараон воспротивился Божьей воле и сказал Моисею, что вы можете уходить в пустыню для поклонения вашему Господу только без детей. Но Моисей, как истинный вождь Израиля, сказал «нет, мы пойдем все вместе, и дети пойдут с нами, потому что за этим стоит Господь». И так и произошло. Господь вступился, и еврейский народ вышел вместе с детьми в пустыню для служения и поклонения Господу. То, что произошло в этом гетто, и те слова, которые звучали из уст этого старика, как эхо через столетия, напомнили подобные слова, которые записаны в Писании. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете и даже не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». И люди прислушались к словам этого уважаемого старца, и они так и сделали. Они убили Господа славы, чтобы спасти себя, чтобы спасти других, чтобы спасти нацию. Но что получилось в результате? Погибли и они, и погибли их дети. А дальнейшие потомки были сожжены вместе с Иерусалимом в том храме, на котором они уповали. И вот теперь, во времена Холокоста, снова стал подобный выбор пред тем же народом. Исполнили ли фашисты обещанные? Нет. Вскоре вслед за этими детьми, выставленными собственными родителями как жертва, пошли и сами родители. Кто же стоял за гитлеровцами? За ними стояли иезуиты, как авангард сатанинского земного войска. Об этом свидетельствует история. Так действует дьявол. Он навсегда сломил волю родителей, заставив их отдать своих детей ради благополучия других.
выжившие, навсегда остались в его руках, готовыми всегда исполнять приказ своего господина. И об этом также свидетельствует история 20-х годов, когда в Израиле нация безропотно и без какого-либо сопротивления приняли от системы по 2 или по 3 укуса, о которых мы с вами слышали не понаслышке. Это история наших дней. Ужасная история из жизни. Это было, это есть, и это будет продолжаться до тех пор, пока зло не будет уничтожено окончательно. Читая эти строки и размышляя над тем, что происходит сегодня, холод пронзает все твое существо. И ты вмиг начинаешь думать и анализировать, и задаваться вопросами, как же так? Как они могли это сделать? И почему они это сделали? Как бы я поступил на их месте? Но то была история. И вот уже в наши дни происходит то же самое. После тех событий, которые вошли в историю под названием К-19, с осени 2021 года начались массовые эвакуации детей в России. Что происходит, дорогие? А происходит то, что те же самые иезуиты продолжают экспериментировать с психикой и современных родителей. Они сейчас смотрят на вашу реакцию. И как вы реагируете? Вы, сегодняшние родители, поступите ли вы так же, как и евреи, в часы гетто, или же будете мудрее? Основатель иезуитского ордена Игнатий Лойола как-то похвастался, сказал следующее. «Дайте нам вашего ребенка в возрасте до 7 лет, и после того, как этот ребенок вырастет в наших руках, он останется иезуитом до конца своих дней». О том, как иезуиты сегодня проводят свою программу, рассказывают очевидцы современных событий, связанных с эвакуацией детей по всему региону. Ссылка на это видео будет в описании под видео. Я только некоторые фрагменты сейчас предоставлю. Все мы уже знаем о том, что в нашей стране проводятся массовые эвакуации детей. А под любыми предлогами иногда даже и предлоги не требуются. Сегодня у нас в гостях Ирина Жильцова, председатель Союза «Родители вместе». Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Марин. Ирина, расскажите, пожалуйста, как у нас в стране в целом обстоят дела с обстановкой вот по эвакуации. Я знаю, например, что в Пензе, а вы из Пензы, 30 школ были задействованы в этом сомнительном процессе. Ну, на самом деле это все началось с 12 января этого года. И волна идет на данный момент по нарастающей. Единственное, был пик вот именно с 12 по 19 января вот этих эвакуаций. И буквально за 2 дня с 12 по 13 января было эвакуировано около 500 школ в таких городах, как Казань, Самара, Нижний Новгород, Нижневартовск, Ставрополь, Тюмень, Екатеринбург, Пенза, Норильск, Красноярск, Москва, Пермь, Саратов, Астрахань. И это можно прям продолжать. Это, ну, вот этот вот масштаб, он потрясает. Насколько это было все задействовано буквально в каждом регионе у нас в стране. И родители, конечно, нам стали об этом сразу писать. Ну и новостные ленты просто пестрили. Вот в Екатеринбурге вообще эвакуировали практически все школы огромного города-миллионника. А скажите, а чем было обусловлено? Может быть, есть какая-то официальная причина такой срочной эвакуации в период зимы, зима, январь месяц на календаре? Это, например, плохие погодные условия. На тот момент у нас шел сильный снег. Загорелась розетка в школе. Вот одновременно, вот в Пензе. Где-то снег шел, а где-то розетка загорелась. Просто могли не озвучить причину. Сказали, идите домой. Поступили сообщения о минировании. Очень редко говорили о том, что проходит учение, но это уже не в Пензе. И в Челябинске, по-моему, даже губернатор говорил о том, что минирование инициировано из-за рубежа. То есть даже такая новость была потом. Понятно. Скоро зеленые человечки, наверное, будут. Понятно. Да, а если смотреть неофициальные версии, ну, здесь
Можно на самом деле по-разному рассмотреть. Например, вот в Самаре, когда прошли вот эти учения, там родители массово пошли требовать дистант. Причем об этом сразу написали СМИ, но группа это была, скорее всего, ну, не, небольшая. Это не мнение всех родителей на самом деле. Где-то просто стали предлагать переводить детей на дистант уже, скажем так, стороны администрации. Конечно же, вот эти все сообщения о минировании, скорее всего, приведут к усилению и так уже школы. А школа у нас уже сейчас буквально похожа на режимный объект, когда родители, по сути, преступники не опускаются. Можем довести детей только до порога. Там стоят рамки, там стоят охранники, там стоят Ну, видеокамеры. я думаю, скоро колючей проволокой будет желание обмотать еще. Это так, потому что у нас стоят двухметровые огромные заборы, вот у нас в Заречном. Там ни снизу не подлезть, ни сверху не перелезть. Ребенок просто так уже не может у нас выйти. Возможно, это тоже как-то и по России сейчас все обносится забором, потому что на самом деле такой закон уже вышел. И события с казанским стрелком тоже очень достаточно испугали так родителей, тревожат. И самое интересное, что именно с сентября этого года облегчили процедуру перевода на семейное обучение. И вот на данный момент у нас уже 1% от всех учащихся находится на семейке. И этот процент увеличился с начала года на 30%. То есть это был такой резкий скачок. И, возможно, это тоже будет как-то влиять на то, что родители будут задумываться. Действительно, у нас в союз родителей больше стали спрашивать про эту форму обучения, стали искать по чатам, а давайте скооперируемся. То есть толчок уже такой, скажем так, дан. И самое главное, я думаю, это проверка родителей. Реакции именно родителей. Часть родителей на самом деле, как они думают? Ну, ничего страшного, в свое время, когда я учился, у нас тоже были такие эвакуации. Но эти эвакуации другие. А Они другие. чем Почему? отличаются коренным образом? Вот смотрите, я там вот лично не нашла практически никакой логики. Во-первых, в некоторых школах, когда идет речь о минировании, старшеклассников отпускали домой. А детей, которые младше, оставляли там рядом ждать. В первой обуви, в босоножках. То есть дети мерзли реально. Вот зачем держали детей рядом с минированной школой? Из-за того, что если бомбанет, да, то наверняка. То есть одних отпустили, других оставили. Или, допустим, приходит сообщение о том, что во всем городе заминировано. Какие-то школы эвакуируют, какие-то школы не эвакуируют. Ну, это как? Это русская рулетка, да, игра как бы. Тоже, это дети, ну, это серьезность на Это самом удар по деле. психике, как минимум. Потом, допустим, мы когда стали звонить массово, то все чиновники, все силовые структуры очень спокойно реагировали. То есть как будто, ну, обычный рядовой случай. Но если это реально что-то где-то заминировано, то у родителей, конечно же, волосы дыбом встают. Мы начинаем звонить, беспокоиться. И вот эта спокойная реакция нас, конечно, очень удивила. Вот эта волна ложных минирований школ проходит не первый раз. И в Москве до этого было. Вот в том году, буквально в мае. И где работа наших спецслужб? Почему никогда не находят злоумышленников? Ну, мне кажется, это с нашим пакетом Яровой очень-очень легко сейчас найти. Но почему-то это не применяется. Если это версия учений, то почему тогда родители не предупреждают? Или вот как сегодня, например, стали предупреждать родителей о том, что сегодня будет эвакуация в Казани, так они предупреждают о том, что это минирование. Вот у меня тоже не сходится, как можно заранее предупредить родителей о том, что будет эвакуация при То минировании. есть у нас по плану сегодня минирование. Это вот так выглядит, наверное. Ну, здесь додумайте сами. Ну, понятно. И еще один очень важный момент, это когда у нас с 1 июля, июня 2021 года вступил новый ГОСТ об эвакуации. Причем, знаете, уже сразу расхождение, да, закон еще, например, на первом чтении в Госдуме находится, а ГОСТ уже принят. Да может, его еще отклонят, этот закон. Нет, ГОСТ мы заранее приняли. Так вот, получается, в конце 2021 года у нас принимают уже и этот новый федеральный закон, 459-й, закон о защите населения и территории во время чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. И буквально меньше месяца проходит, и начинается массовая вот эта эвакуация. Здесь прямая связь, по моему мнению, как раз с реакцией родителей. А скажите, пожалуйста, вот реакция родителей в целом на все эти события, понятно, что шок, испуг, паника, а было ли какое-то противостояние? Были ли вопросы? Что это? Зачем это? С какой целью?
Так как были школы оцеплены ОМОНом, силовыми структурами, то вопросов практически у родителей не возникало. И, наверное, они не могли даже физически чисто задать их. Сами понимаем, да, когда стоят военные люди, ты себя чувствуешь по-другому. Ну, просто еще уязвим, потому что ребенок там. Но потом какая-то реакция была наверняка. Мы хотели помочь именно оглаской. Я считала, что нельзя об этом замалчивать. Вот эту информацию мы буквально стали обнародовать уже вот в конце января, когда пошла массовая эвакуация. Но, к сожалению, родители замолчали на тот момент. И, возможно, бы всплыла бы еще информация из других поселков, которые бы тоже осмелились и сказали: а у нас вот это было, а у нас вот это было. А мы, получается, знаем, я, по крайней мере, знаю только один такой случай. И если бы тогда все это вскрылось, возможно, сейчас такого массовой репетиции не было бы. Я считаю, что все-таки это репетиция. Вот, потому что предлоги очень, скажем так, зыбкие, которые нам официальные говорят, официальные версии, ну, тоже, скажем так, не аргументированы, и нет никаких дальнейших действий стороны властей. Из Иваново у родителей тоже такая реакция была. Уже до них стало доходить, что это не учение однозначно, когда 2-3 дня подряд детей стали уже с дислокацией уводить от школы куда-то. Я прекрасно понимаю родителей, вот не дай бог там что случится, а, кстати, у нас в законе в этом, в 459 и прописано, что если в момент чрезвычайной ситуации дети находятся в школе или в саду, их эвакуируют отдельно от родителей. И, конечно же, если это случится, куда я пойду? Я пойду за ребенком. Если это случается ребенок со мной, ну, вопрос, я еще подумаю, идти мне куда-то, покидать свой дом или нет. А тут у меня просто не будет выбора. Поэтому это такой рычаг Это родителей. похоже вот туда, как в криминальной среде, на шантаж, когда похищают ребенка, и с родителями можно делать все, что угодно, хоть веревки вить. Но тут понятно, психологический фактор. А скажите, поскольку вы этим вопросом не первый день занимаетесь, а что делать вообще в подобной ситуации? Есть ли какие-то механизмы, куда обращаться, куда бежать, как действовать вообще? Ну, во-первых, мы несем ответственность за своего личного ребенка. И в данном случае у нас разработанный бланк есть отказа от эвакуации в случае дислокации ребенка без моего разрешения. Это первое. То есть ты можешь защитить, например, своего ребенка. Во-вторых, я своих детей проинструктировала. Я им с ними поговорила и сказала, что если вот такое случается, то, во-первых, звоните сразу мне. Во-вторых, вы говорите, что вам мама не разрешает, чтобы вас куда-то увозили. Мы достаточно рядом живем с школой. В принципе, там даже есть лазейки в заборе, мы их нашли. То есть я говорю, бегите сразу ко мне, я тут рядом, либо я уже к вам навстречу побегу. То есть мы с детьми все эти вопросы проговорили. Проговорили, что там, как себя нужно вести даже психологически, как там нужно настаивать, да. Это, кстати, касается вопросов о медвмешательстве. Не дай бог там, что перепутают, у меня есть отказы определенные, там тоже бланки я писала. То есть и это я тоже с ними проговаривала. И, наверное, вот этот вот шаг сделать действие. То есть, когда мы головой уже стали все-таки догонять, больше массы стали догонять, да, пусть даже не системно как-то большинство видит проблему, но они чувствуют, что что-то не так, что меня где-то обманывают. И ведет это не в ту сторону, не на благо к моему ребенку, а сейчас главная цель у нас дети. Именно на них весь прицел настроен. И как сказала Ирина, ГОСТ о принудительной эвакуации граждан вступил в законную силу до принятия соответствующего закона. ГОСТ Р-22317 вступил в законную силу 1 июня 2021 года. Также обратим внимание, что данный ГОСТ вступил в законную силу именно 1 июня. А 1 июня является Всемирным днем защиты детей. Данный факт того, что этот ГОСТ вступил в силу 1 июня, подтверждает важность этого вопроса, вопроса детей для системы. Второе. Федеральный закон 459 номер F3 был принят только спустя 7 месяцев в том же году, 30.12.2021 года,
Именно в то время, когда многие люди были в заботах о новогоднем столе. И для реализации этого закона было утверждено постановление главы правительства Российской Федерации, то есть подзаконный акт о механизме реализации соответствующего закона. Постановление утверждено 19 сентября 2022 года, а вступило в законную силу с 1 марта 2023 года и действует ровно 6 лет до 28 февраля, включительно 2029 года. Что еще означает этих 6 лет? Это значит, что у них планы в течение всего срока забрать детей и, похоже, что утилизировать родителей. Потому что об этом уже также позаботились заботливые в кавычках власти, приняв закон 1 февраля 2021 года. В этот день вступил в силу национальный стандарт или ГОСТ о срочном захоронении трупов в военное и мирное время. Вы думаете, это совпадение? Нет, конечно. Это целенаправленные планы. И здесь вспомните снова хвастовство Игнатия Лойолы как генерала иезуитов о том, что они желают сделать с нашими детьми. Также Ирина как очевидец сказала такие ключевые слова. Происходит репетиция и проверка реакции родителей, и цель их – наши дети. Что за репетиция? К чему она приведет и куда она направлена? История нам уже дала ответы. Но учимся ли мы на ошибках других родителей? Наш Небесный Отец, используя дух пророчества, сказал такие слова. Родителям, пренебрегавшим обязанностями, данными им Богом, придется держать за это ответ на суде. Господь спросит у них, где дети, которых я доверил вам, чтобы вы воспитали их для меня? Почему их нет, одесную меня? Что вы сделали с моими детьми, моими прекрасными детьми? Мы торжественно предупреждаем как отцов, так и матерей о серьезной ответственности, которую они приняли на себя, родив детей в этот мир. От этой ответственности ничто, кроме смерти, освободить не может. В тот великий день воздаяния вас спросят, где дети, которых я доверил твоему попечению, чтобы ты воспитала их для меня, чтобы их уста славили меня, а их жизнь стала для мира прекрасной диадемой, и чтобы они чтили меня всю вечность. Теперь хочу обратиться к моим верующим братьям и сестрам. Дорогие мои друзья, верим ли мы в то, что этой тьме грядет конец? Верим ли мы в то, что этот конец уже над этой тьмой? А если верим, то стоит ли рисковать вечной участью детей, доверенных нам Богом, чтобы доверять их звериной системе, которая готова их пожрать, как современный молох? Если мы видим, что события указывают на скорое пришествие нашего Господа, то не пора ли укрыть своих детей от этого зверя? Не пора ли срочно забрать их на домашнее обучение? Обучение не ложным наукам, а истине, которая есть Христос, наша праведность, которая есть Христос, упование нашей славы. Ведь нам осталось с вами пребывать здесь всего лишь несколько недолгих лет. И вы свидетели тому, что даже дни начали быстрее истекать, нежели прежде. И все это по милости нашего Господа, который спешит за нами. Для этого Он даже дни сокращает, чтобы побыстрее встретиться с нами. Небо, все в движении и приготовлении к этому славному часу. Спасайте своих детей. Спасайте от сатанинской звериной системы, навязанной нам миром. Спасайте их от влияния Вавилона. Ибо если промедлите сегодня,
то завтра этого выбора может у нас уже и не быть. Вспомним 20-е годы. Как все быстро остановилось, как все быстро позакрывалось. И вспомните, как волевой выбор во многих людей был отнят. То же самое, но еще помощнее запланировал враг. И похоже, что в этом году он так и назвал свою ближайшую операцию под названием «Х». И цель этой операции – дети. Наши дети. Божьи дети. А взрослые ему уже не нужны. Мы с вами для него уже отработанный материал. Но он ошибается. Мы не отработанный материал, ибо мы искуплены кровью Божьей. И в этом наша сила. Посему, встав на колени, мы можем воспользоваться этой силой и противостать планам врага и человека-убийцы. И будем помнить, что в тот великий день воздаяния с нас спросят. Где дети, которых я доверил твоему попечению? Чтобы ты воспитал их для меня, чтобы их уста славили меня, а их жизнь стала для мира прекрасной диадемой, и чтобы они чтили меня всю вечность. Где сейчас дети мои, которых я доверил твоему попечению?